Во время отпуска в 2016 году глава семьи Су Юнь принес в дом то, что считал тибетским мастифом. У щенка был прожорливый аппетит, однако хозяева этому просто умилялись. Однако вскоре Юнь начал сомневаться, была ли ее собака тибетским мастифом, ведь обычно представители этой породы вырастают не более 71 см в высоту, не достигают веса более 82 кг. «Чем больше он рос, тем больше он выглядел как медведь», — сказал Юнь китайским СМИ. «А ведь я немного боюсь медведей». Когда люди это поняли, обратились к специалистам. От них семья узнала, что домашнее животное не было собакой или кем-то из семьи собак. Фактически это был азиатский черный медведь, находящийся под угрозой исчезновения. Зоологи решили, что животное лучше отдать в реабилитационный центр, где специалисты смогут за ним ухаживать и содержать. Пока что молодой медведь не социализировался, поэтому его нельзя выпускать к себе подобным. Однако работники центра работают над тем, чтобы адаптировать животное к его новой медвежьей жизни. Эта история так удивила всех, что она вмиг разошлась по сети.